США объявили новые санкции России. И снова мы слышим рассказы о борьбе с коварным супостатом, о скором и неминуемом ответе врагу. Для нашей госпропаганды все это очередной повод поставить страны на одну доску. Хотя на самом деле для Вашингтона вопрос России вторичен, и главный конкурент для них – это Китай. По признанию нового советника Джо Байдена по России, в американском восприятии Россия больше является частью прошлого, нежели будущего. Так что едва ли стоит питать иллюзии, что Москва способна чем-то экономически ответить на новые санкции. В России обычно каждое повышение пенсии на условные 100 рублей преподносят как новость и огромный успех правительства. Что уж говорить про миллионы рублей, потраченные на какие-нибудь нацпроекты. Другое дело – это как все будет реализовано. Правительству и президенту не нужно завоевывать политическое доверие населения, элит и кланов. Они просто считают смету. Другой вопрос – есть ли это доверие вообще? А что, если его завоевывать нужно? Как в тех же США, где Джо Байден пришел на смену Дональду Трампу и вроде бы теперь должен исправлять ошибки и достижения предшественников. Например, он обнародовал план развития экономики США общей стоимостью больше 2 триллионов рублей, который включает обновление инфраструктуры, оживление промышленности, инвестиции в науку и социальные программы. Для этого даже будет повышен налог для крупных корпораций. Звучит не просто многообещающе, а даже как-то по-левому. Уже заговорили о том, что Байден куда более левый, чем Сандерс, называющий себя социалистом. И чем на фоне этого может похвастать Россия? Фонд национального благосостояния на 1 марта составлял 13,5 триллионов рублей, или 11,7% ВВП, из которых, по словам Алексея Кудрина, свободными являются 7,5% ВВП. Правительство и Центробанк занимаются перекладыванием золотовалютных резервов и перераспределением валюты, но что с промышленностью, что с инфраструктурой и социальными программами? Об этом и многом другом мы поговорили с экономистом, экс-зампредом Счетной палаты Юрием Болдыревым. Значит, есть конспирологические теории, что какое-то злое глубинное государство, злые силы хотят уморить в том числе американцев. И вроде как конфликт между Трампом и Байденом подавался как конфликт между добрыми для американцев, для коренных американцев, имею в виду не индейцев, а хозяев изначально вот этих Соединенных Штатов Америки, то есть работящих белых сильных мужчин, да, вот, что вроде Трамп хотел их восстановить, действовал в их интересах, а злые силы Байдена хотят их уморить. И я думаю, это не совсем адекватная картина. Да, они представляют в той или иной степени разные интересы, но в конечном счете США не могли бы стать столь мощным научно-технологически, оборонно-дипломатически государством, если бы их система управления в конечном счете не была эффективной в интересах Соединенных Штатов Америки. То есть механизмы там, сдержек, противовесов, балансирования интересов таковы, что в конечном счете могут быть ущемлены на том или ином этапе интересы той или иной части, но нет такого, что она полностью сбрасывается с корабля, и американцев уморят совсем. Да? Были совершены ошибки, которые они признают как ошибки, что производство было масштабно выведено в Китай, что потеряли значительную часть именно индустрии. Попытка Трампа вернуть – это реакция на прежние ошибки. Одни их признают и пытаются исправить, другие не признают, но тем не менее в той или иной степени, более скрытым способом, тоже пытаются исправить. Значит, в этом смысле я не думаю, что программу развития США при Байдене надо рассматривать как имитационную, как пытающуюся увести в сторону. Я думаю, это попытка и решить реальные проблемы, и завоевать популярность после той популярности, которую получил Трамп. Хочешь не хочешь, политическая конкуренция предусматривает, что демократы должны завоевать популярность у тех, кто поддерживал Трампа. И они ищут возможности для этого. И в конечном счете при митингах Соединенных Штатов Америки запустить механизмы развития – это более надежный инструмент, чем просто раздать какие-то подачки.
И то, что Байден реализует программу именно развития прежде всего, вот, я думаю, говорит о том, что в той или иной степени консенсус разных социально-экономических сил требует накачивать мышцы для будущего масштабного противостояния, ну, прежде всего, набирающему силы Китая. Кроме того, Юрий Болдырев уверен, что нельзя сравнивать, сколько денег тратят они и сколько тратим мы. По крайней мере, нельзя это делать вот так топорно. Нужно сравнивать по конкретным показателям, чтобы понимать, насколько антисоциальное у нас государство. Неправильно сравнивать, сколько они денег тратят и сколько тратим мы. Но можно сравнивать с долями от того, что мы имеем и чем распоряжаемся. Значит, в долях от ВВП Россия на науку там раза в два тратит меньше. Да? Сейчас точно цифры не назову. Давайте я назову другие цифры, которые сейчас как-то помню довольно хорошо. Вот представим себе, по ВВП мы отстаем от США там, в 12 раз. По ВВП на душу населения всего в 5 раз. Всего в 5 или целых 5 раз, но в 5 раз отстаем. А какая часть этого ВВП расходуется на заработную плату работникам? Так вот, по той части, которая идет на заработную плату работникам, мы еще в 1,5 раза отстаем. По ВВП на душу населения мы отстаем в 5 раз, а по зарплате отстаем в 7,5 раз по средней зарплате. То есть у нас в 1,5 раза меньшая доля ВВП идет на зарплату. Это начинает перераспределяться каким-то другим хитрым способом. И еще более показательна медианная зарплата. То есть не средняя, а средняя для большинства. По средней для большинства, среднеквадратичной медианной зарплате, мы отстаем уже в 10 раз. Вот эта пропорция. Всего в 5 раз по ВВП, уже в 7,5 по средней зарплате и в 10 раз по среднеквадратичной, по зарплате большинства. Это характеризует нас как крайне антисоциальное государство по сравнению не с социалистической Швецией или Францией или Германией, а по сравнению с антисоциалистическими во всей их риторике США. Вот это приговор нынешней нашей системе. Но мы отстаем не только по ВВП, мы отстаем по курсу рубля, причем постоянно и вполне осознанно. Как быть с этим? Есть такое понятие паритет покупательной способности. У нас курс рубля по сравнению с долларом занижен примерно в 2,5-3 раза по сравнению с паритетом покупательной способности. Почему? Все просто ясно. Если бы мы производили чайники, сковородки, что угодно еще, вот реально, особенно высокотехнологично, и поставляли бы на внешний рынок, это называлось бы демпинг в интересах завоевания рынка. В интересах собственного развития. Каждый рубль, полученный за счет такого демпинга, идет снова в развитие. Вы производите больше роботов, станков, тракторов, автомобилей, самолетов, чего угодно еще. Значит, у нас экспорт сырьевой. Значит, каждый доллар, рубль, полученный за счет продажи нефти, газа, это при дорогом долларе и дешевом рубле возможность получить как можно больше денег олигарху и как можно меньше денег платить здесь в налоги и рабочим, работникам. То есть у нас занижение курса национальной валюты по сравнению с долларом, в отличие от практики Китая, это не инструмент развития, а исключительно инструмент ограбления своего населения. Точка. Плюс возможность для властей имитировать выполнение социальных обязательств перед гражданами путем выплаты им обесцененных рублей. Отдельным вопросом стоит упомянуть золотовалютные резервы и иностранные деньги. Сейчас структура золотовалютных резервов меняется. Доля доллара и евро снижается. Доля иены и юаня немного растет. Правильные ли действия правительство предпринимает хотя бы тут? Уже ни одна попытка предпринималась левыми фракциями, в том числе в Государственной Думе, как-то поставить вопрос о том, что ну хватит, а сколько должно быть резервов? Значит, есть всякие международные там стандарты,
Значит, они не являются установленным единым, но всякие предложения по таким стандартам есть, в том числе, что у вас должно быть резерв для того, чтобы обеспечить, скажем, месяц или три месяца покупки жизненно необходимого вам там, оборудования, услуг, лекарств, там, что вам еще, жизненно важно в случае какого-то абсолютного катаклизма. Да? Это, условно говоря, резервы правительства. Да? И отдельно резервы Центрального банка, золотовалютные резервы, это с совершенно другой целью. Это, вот надо понять, весь объем золотовалютных резервов России призван решать только одну цель, записанную в Конституции – обеспечить устойчивость рубля. Если в 2014 году, в условиях, когда у Центрального банка золотовалютных резервов было, как посчитал это профессор Ершов, было достаточно, чтобы выкупить всю рублевую массу в России, и при этом Центральный банк не обеспечил устойчивость рубля, а позволил обвалить его в два раза, это означает только одно. Золотовалютные резервы Центробанка вообще впустую изъяты из экономики. Просто впустую. Пользы ровно ноль, а вред очевиден. Все эти деньги изъяты из национальной экономики. Значит, если бы Центральный банк за счет этих золотовалютных резервов обеспечивал бы устойчивость рубля, не позволял бы ему рушиться, как случилось в 2014 году, обеспечивал бы жестко по рукам финансовым спекулянтам и не позволял бы получать прибыль на финансовых спекуляциях и вынуждал бы вкладывать деньги в развитие, потому что больше некуда, нигде больше прибыли не заработать, то золотовалютные резервы имели бы смысл, и можно было бы спорить только о том, сколько их нужно, но явно меньше, чем объем рублевой массы. Вот. То есть, может быть, 1/10, может быть, 1/5, может быть, 1/3, но точно не объем рублевой массы. Значит, такой абсурдный масштаб золотовалютных резервов в России – это просто прямой, однозначный вред изъятия ресурсов из экономики и недопущения развития. Точка. Пользы, к сожалению, вообще никакой. Держать ли деньги в китайских юанях? Молодцы ли руководитель Центробанка, что перевели часть из долларов в юане, а затем на этом потеряли. Значит, ответ следующий. Во-первых, вообще столько не надо. Во-вторых, а кто сказал, что Китай нам друг? Китай – партнер. Но с партнерами держать резервы нужно на взаимных основах. Вот мы держим, условно говоря, миллиард в юанях, а они держат миллиард в рублях. Вот если это так, то это правильно, обоснованно, разумно. Если это не так, то у нас нет оснований делать щедрые подарки Соединенным Штатам Америки, у нас точно так же нет оснований делать щедрые подарки Китаю. Хрен редьки не слаще. Я обращаю внимание на то, что я здесь ставлю в вину Центральному банку не столько то, что они потеряли при переводе из долларов в юани и не могли прогнозировать, что юани упадут, да? Вот. В этой ситуации... А могли и выиграть. И что, молодцы были бы? Нет, все равно не молодцы. Потому что деньги остались бы в резервах, которые впустую, без толку изъяты из нашей экономики. Значит, если бы наше государство было бы игроком на финансовых рынках, то к нему можно было предъявлять претензии, что оно проиграло, переведя из долларов в юани. Но государство не должно быть игроком на финансовых рынках. Государство должно все резервы вкладывать в свое собственное развитие и только чуть-чуть оставлять на крайний случай. Но наше государство так не делает. Значит, еще раз, не столько осуждаю за то, что проиграли при переводе долларов в юани, сколько за то, что изъяли эти ресурсы из национальной экономики, не вкладываются в развитие, не обеспечивают стабильность национальной валюты, не обеспечивают пресечение финансовых спекуляций, обеспечивают непаритетное поддержание по сравнению с ППС курса рубля к доллару, который к обнищанию населения и сверхприбылям олигархата. Вот это не ошибки, а преступления. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.